Привет, дорогие друзья, все поклонники проекта Маргента, а также все те, кто с нетерпением ждет выхода в свет прекрасной рок-оперы «Окситания», творения двух замечательных, талантливейших людей, композитора Сергея Скрипникова и прекрасной поэтессы Маргариты Анатольевны Пушкиной. Сегодня мне предстоит нелегкая работа. Я буду работать над еще одним трэпом из этой оперы. Это ария Блаженного. Достаточно характерный образ, характерная роль. Я надеюсь, что он мне получится. И не будем откладывать. Приступаем к работе. Поехали. Блаженный все знает, блаженный все знает, небо мне доверяет. Блаженный все знает, небо мне доверяет. Сегодня я буду работать над еще одним треком из этой оперы. Он называется «Багровость облаков». Трек очень длинный, насыщен очень разнообразными настроениями, поэтому думаю, вам понравится. Поехали! Воздушные потоки так прекрасны, на них качается великая багровость, даря всем облакам нездешний цвет. Такой оттенок жизни не подвластен той, где царит жестокость и суровость, где истинного милосердия нет, где истинного милосердия нет. Улыбаясь своим изменениям, Рощалов, Павлинов назвала свой город Каркасоном, допустила крик ворон. Безымянных, уплывая в багровость бесследно.